В общественном транспорте Самары предпринимаются все возможные меры, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Мониторинг ежедневно ведут городские власти и правоохранители. Также в межведомственных рейдах участвуют представители контрольно-ревизионных служб, перевозчиков и народные дружинники. По-прежнему мы призываем всех граждан соблюдать масочный режим в общественных местах и в транспорте, потому что это, на наш взгляд и на взгляд Роспотребнадзора, это достаточно эффективная защита от той болезни, которая нас всех посетила. Только за прошлую неделю на нарушителей составили 89 протоколов. 132 пассажирам на минувшей неделе пришлось покинуть салоны транспортных средств. Рейды по-прежнему проводят ежедневно во всех видах городского пассажирского транспорта. В утренние и вечерние часы и в часы пик. За год было проведено 640 рейдов. В результате 486 протоколов оформили на граждан, которые категорически отказывались использовать маску, либо не взяли ее в дорогу. Самарцам напоминают, надевать средства защиты необходимо уже перед входом в салон. Я боюсь как бы не заразиться, хотя у меня прививка. Я очень этого боюсь. И желаю всем, чтобы все это делали. Просто это для себя, а не для посторонних лиц. Кроме того, руководством автотранспортного предприятия дано поручение готовиться к городскому месячнику по благоустройству, заблаговременно начать отмывать транспорт. Весь подвижной состав приведут в порядок после зимы. Салоны избавят от грязи, пыли и песка, которые входят в состав реагентов. Скоро на предприятии планируется объявить субботник. Закуплено дополнительное количество средств. Это тряпки, моющие средства. Раздаем экипажам, и чтобы они отмывали свой подвижной состав вместе с нашими мойщиками. В процессе проверок особое внимание и к сотрудникам транспортных предприятий, которые организуют перевозки пассажиров. О нарушениях масочного режима и других санитарных требований в транспорте пассажиры могут сообщить по телефонам горячей линии, которые размещены в салонах общественного транспорта. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.